Для удобства уборки рабочего места от стальной стружки сделаны вот такие приспособления. В немагнитной трубке вставлен магнит. Магнит, который может двигаться вдоль трубки. Конец трубки заглушен. На конце трубки установлен барьер, шайба. Берем стружку. Подносим. И высыпаем в баночку. Все. Барьер не дает стружке двигаться за магнитом по трубке. Можно собирать и мелкие предметы. Рассыпаны мелкие предметы. Все высыпалось. Было изготовлено три таких приспособления разного диаметра. Трубки были взяты алюминиевые и латунные. В конец большой трубки была завальцована заглушка. Латунные трубки завальцовывались без заглушек. Магниты взяты неодим, феррум, бор. Цельных длинных не было, сделал составные. К штоку приклеивал клеем SA500-200. Это цианоакрилатный секундный клей. Барьеры делал из резинок, подобрал из имеющихся. Таким приспособлением удобно убирать станок. Вот налипает, потом ее сбросить. И особенно в труднодоступных местах собирать стружку удобно таким приспособлением. Вот он собирает из труднодоступных мест. Вот в станке собирает из пазов стружку. Потом ее остается сбросить. Она сбрасывается. Собирается. Сбрасывается.